Кадры сняты приморскими рыбаками 20 июня в Амурском заливе. По словам автора видео, белухи мешали им ловить рыбу. Сначала одна подошла, увидела снасть и стала дергать за флешер. Рыбаки подумали, что рыба клюет. Позже увидели большое белое пятно. Убрали удочки, чтобы она не поранилась. Через какое-то время белуха вернулась с друзьями. Автор предполагает, что эти белухи – бывшие узники китовой тюрьмы, которую закрыли в 2019 году. Белухи в Приморье не водятся, им слишком тепло, но пару лет назад освобожденные животные начали возвращаться к местам своего заключения. Судя по видео, людей они не боятся, подходят очень близко. Анна Дьякова, новости на 8.